здесь не хватит. Он был прекрасным человеком, всегда любил помогать. Есть, нет, всегда помогал. Он был всегда, вот, насчет комитета, то, что он был, любые проблемы, что-то поломать у кого-то, прибегали к нему, у кого-то он был вот супер, Пол Самарканда, да, здесь не супер, как говорится. Был очень такой интеллигентный человек, папа, вот он нас с маленьких лет учил всегда уважать старших всегда, делать добрые дела всегда, в сторону учебы всегда нас направлял, все мы отучились, Баруха Шем, нормально, всех высокая. Отучились нормально, все женились, дети, внуки, правнуки. Ну, папа то, что хотел, можно сказать, за 74 лет, то, что он прожил, можно сказать, он произошел это даже, потому что он успевал везде, и друзей, как видно, у вас, вот вы сегодня видите, это друзья, которые с маленьких лет, по 60, по 70 лет они с ним дружили. У него было очень много друзей. Все его уважали. Он их тоже всех уважал. В любой момент он всегда, я помню, маленький был, он вылетал все время в Москву, в Душанбе, в Ташкент. Друзья были везде. И когда уже в Израиль тоже приехал, он тоже со здоровьем не совсем было, но когда он мог, он всегда выезжал и ходил, как ни позвонил домой, папа, где он пошел, куда на Ишуа пошел, куда на свадьбу. Каждый день почти он как-то, где-то каждый день был. Последние годы было тяжело, конечно, и я тоже так получилось, что я живу здесь уже 11 год. И первые 5 лет, что я здесь жил, я не мог выезжать сюда. Ну, так получилось по документам, я не мог выезжать сюда. И он, когда он мне болел, каждый раз я плакал, я не знал, куда сидеть. Я не мог выехать туда. И каждый раз мне говорили, что он в больнице, и я... Если я выйду, я уже туда не приеду обратно, а семья моя здесь. Ну, спасибо Богу, что время прошло, мы встретились, и не один раз, мне сразу, я в году уехал, и вот последний год, как раз были свадьбы одни за другой, я думал поехать, там было и Суват, и Бармиси, потом две свадьбы, я хотел один поехать, мама мне говорит, нет, ты не приедешь один, я говорю, ты приедешь с детьми. Я говорю, что такое? Нет, ты приедешь с детьми. Я говорю, я не могу. Он говорит, нет, приедешь. Я говорю, не школа. Нет, приедешь. Я говорю, почему? Он говорит, надо. И моя сестра, и все, короче, они все толкали нас. И мы поехали как раз с семьей. Я, спасибо Богу, что вот, ну, последний раз увидел моих детей. Вот, это была свадьба предпоследняя. А последняя свадьба уже все казаны, получились большинство казанов, которые здесь живут, мы все поехали туда. Причем не договаривались, это было спонтанно, вдруг вот решились, каждый другому звонит, говорят, едем. Все, каждый взяли билеты, им каждый по разным самолетам, тоже получилось так, и все приехали на свадьбу. И как раз папа вот убил, как будто все пришли, попрощались с ним. Это был его последний, как бы, привет нам. Что хочу сказать, спасибо всей семье, родственникам, друзьям. Моей жене, Амаку Чмо. Дядя Сон, большое спасибо вам, что вы здесь есть, тетя Света. Все мои тети, тетя Сетра, тетя Мазов, спасибо.